Мои хорошие, всем приветик. Всем привет. У меня сегодня встреча. Встреча интересная. Думаю, вы посмотрите в этом видео. Я вам покажу. Надела платьице. Иду в платье. Платье красивое. Я сама красоточка. Прическа хорошая. Можете сами посмотреть. Отличная такая чекулька. Напишите, нравлюсь вам. Ну, конечно, нравлюсь. Либо нравлюсь, либо ненавидите, либо завидуете. Одно из трех. Все, сейчас буду выходить. У нас погодка сегодня относительно такая теплая, но не жаркая. Погодка приятная. Как хорошо волос укладывается, посмотрите. Как хорошо, пышный, роскошный. Расчесалась без всяких средств. Просто помыла волосы шампунькой и расчесалась. Без лака, без ничего. Красота. Фу, только что приехала с Прелах. У нас жара. Сейчас буду искать. Я в центре. Где-то тут рядышком. Отгадайте, кому? Кому я иду? Так, если я не ошибаюсь. Фу, пока ехала, честно, как просто как сука вспрела. Не могу. Так. Народа сегодня много. Так, мне надо, наверное, дорогу перейти. Мне надо дорогу перейти сейчас. Так, так, так. Музычка играет, такая атмосфера. Так, сейчас дорогу перейду. Думаю, меня тут не остановит. Особо тут нет перекрестка. Я быстро, вот я уже вижу. Уже вижу, кому подхожу. Это пиздец. Наконец-то нашла. Честно говорю, пока доехала, как сука спрела. Привет. Так, я останавливаюсь. Что ты матюкаешься? Я не матюкаю. Так, в таком ресторанчике сидим. Как он называется? ТТП. Мне, короче, сидит прям хотим, ее не видно. Я ж природу люблю. Вот природа мне. Кая подарила нам подарочки. Да, классные. А мы ничего, потому что мы не знали, что мы встретимся. Но не запланировано все так случилось. Ну да, не запланированная была встреча. Я так рада вас в Берлине видеть. Как вам Берлин? Кстати, впечатление чисто. Чисто? Ну вот вокзал мы были чисто. Было. Потому что мы еще особо нигде не были, но ну, да. Если там судить, то все чисто. Ну возле вокзала, конечно. Нет, здесь. Здесь-то? Здесь это центр. Центр? Это центр, да? Центр. Ну это Курвюрцев, да. Конечно, центральная улица. Тут недалеко. Вот это, 27-й. Бранденбургские ворота тут недалеко. Ну вот же, мы и пойдем пока туда. А этот, что я хотела спросить? А, эти шабы пишут, что у меня телефон дешевый. А как это дешевый? Нет. Нет, видно, я же вижу, даже я увидела. Это оригинальный. Ну, неправда. Не, ну если для вас телефон дешевый, это 500 евро, то за 500 евро дешевый, тогда я не знаю. Так, я буду суши. Вот меню.
Так, что у нас тут в меню интересно? Да что, вы выбрали? Да я ж так еще не посмотрела. Ну вот ты же сет хочешь? Я говорю, либо вот этот 28-й. Ролл, типа, поняла, это же просто отдельно есть. Ну вот, нет, ты можешь от горцу заказать. Так, салатики. А видишь, в интернете такого нет. Можете цены посмотреть, сравнить. Да, цены. Пишите, какие у вас цены, где вы живете на роллы, суши. Ну, в принципе, цены. А, так нормальные есть цены, суши. Ну да. По сравнению с Аделькой, где мы брали суши. Ну вот я смотри, вот здесь вот сырой рыбы, вот тебе, пожалуйста. Ну да, да, я вижу. 10 штук. И жареных. Кая, сколько ты уже не ела суши? Я последний раз ела 3 года назад в Украине. Ну, прикинь. Так, я бы с красной рыбы. Так. Как плохо, что это камера, а не Google переводчик. Ты смотри по картинке, и все будет понятно. По картинке вот это вижу, что мне нравится. Что? Отдельно? Да. Я буду сет. Сейчас посмотрим. Короче, тут такое меню я вам показала. А вы шапу пишите, что у меня телефон дешевый. Ну, ты же знаешь, комментарии это такой момент. А вот, есть что тамаки, суши минус 50%. Футамаки тоже минус 50%. Что? Ты знаешь, что такое тамаки? Я не знаю. Футамаки, это в норе просто ровно. Ну, да. Так, так, так. Немного вам меню покажу. А в честь чего минус 50%? Откуда я знаю? Смотри. Там, Кая, пролистаю, что есть такое? Или только я особенная? У меня уже такая скидка. Да я вообще скидки не вижу. Минус 50. Чего? Это же селедка. Селедка? Вот это. Как будто, да? Это ты? На селедку похож. Масляная эта рыба. Масляная это хуй. Я не могу определиться, все. Я тоже. Она как-то вроде все одинаково, но... Вот, либо можно взять большую, либо вот если хочешь, например, вот они маленькие есть. Чего? Может реально взять лучше? Так, а с напитков что тут? Напитков. Вот, допустим, взять... Что, все безалкогольное? Ну, пиво, наверное, есть. А, есть пиво. Ну, смотри, за 16 тут все, все понемножку. Вот смотри, 20-30, тут 6 штук с этими. Чайку. И подписчики, Кая, вы знаете, что... That's Ukraine, Esma? Вибита? That's Ukraine, Bata? Что, что, кола? Кола. Чего? Алкоголь. Да мы еще кое посмотрим. 5 минут. Окей. Я буду пить. Зрители Кая, слушайте, вы не думайте, что мы такие, не привезли ничего. Мы не планировали встречу. У нас есть, что привезти. Мы покупали мини-сувенирчики, поэтому не пишите заранее, прошу вас. Не, девочки приготовили, я знаю. Мы в следующий раз, когда приедем, все дома привезем и организуем. Все в тумбочке стоит, вот человек меня подтверждает. Сувениры для Каи, там, и Стасика сувениры, я, которые я там мы домой, и у меня все тумбочки. Мне неудобно, но нормально. Хочешь, вот мне больше просто сюда? Сейчас я сюда пересяду. Не, сюда я думаю, сейчас пересяду. Я, короче, взяла пиво. Тут водочка ну, есть. Ты, коктейль, водочка хорошо лечится водкой. Я болею, но я не буду. Так, пиво, пиво. Вот это я выбрала. Коктейли. Так, где суши ты показала? А ну-ка сейчас принесут. Так, у меня сумочка есть, если что. Свай. Аня Гундер, все $224. Холодного края мы. Коктейль хороший. Как он называется?
Long beach. Спасибо. Ананасовый сок, слив, сало, сироп. И кокосовый сироп. А, я вспомнила, я себе на день рождения, помнишь, пила? У меня просека, мясо и лайм. Что помню, в эфире я тоже сироп. Сироп еще такой. Сладенький, да, вот такой? Ну да, он такой терпкий. Мне понравился. Ну да, такой прикольный. Халундер, это какая-то там это, ягода. Сейчас пивко. Я хабаргалишь. Он вербраухен паспорт Wi-Fi. We don't have Wi-Fi. Sorry. Тут нету Wi-Fi. А что у него сейчас? Так, продегустируем пивко. Давайте. Ну, сейчас попробуем. Чего? Мы не нравимся? Угу. Да и вкусно. Ну вот это вкусно. Пиво, да? Кристально мягенькое такое. Ну да, такое. Будет по-немецки. Не такое сильно крепкое. Вайцин светлое, да. Слышишь? Я, кстати, не люблю нефильтрованное. Я вообще не любитель пива, я не, даже не знаю. Ну да, Аня водку любит. Видишь, появилось наше пиво. Ну, ты что? Если будет, зади... Как надо было ему правильно сказать? Какой? Львивский пиво. Настю он поснимал лучше пиво. Я... Теперь я ука, Аня. Аня, Настя, лайф? Отписывайтесь. Кстати, что хочу сказать. Девочки реально как тюймовочки. Да, прям. Вот в жизни. Я думала, честно, они пухленькие. Вот честно говорю, как есть. Все худенькие. Я и есть пухленькая. Настя нормальная, это всегда было понятно. Не, ну вы как тюймовочки. Нет, ты кстати, тоже вообще другая. Ну, потому что я всегда у камеры. Камера увеличивает, да. А даже худого человека, пускай он будет весить 40 килограмм, когда ты в зеркало смотришь. Нет, зеркало даже не так. Вот когда камера, да? Она вообще, ну, типа, расширяет, я не знаю, как, ну, человек по-другому выглядит, да, что внешне, что фигура. Ну, так да. Что не пишите, вот живую встретитесь, тогда поговорим. Ну да, кстати. Не, ну у меня фигура замечательная. Да, мы тоже. Кстати, особенно, когда там из-под тишка, да, снимают, не знаю, когда мы тогда шли, помнишь? Как раз какая-то это, ненормальная снимала. Ну, жопу я наснимала в Италии. Нет, в Уперталь, когда мы были. Да, это сдалека. И она же снимала. Еще зависит от камеры, конечно. Почему от бы ракурса. Не там свои приколы в голове. Не заложили. От ракурса все зависит. Если там на 0,5 снимаешь, на ширик, да, то как тоже. Как телефон, как снимать? Увеличивает. Mm-hmm. Единичку тоже. Станешь там повыше, по-другому. Ну, чего вы должны оправдываться вам, что каждый должен переживать за себя. Как человеку удобно, как он выглядит. Как надо было правильно сказать мне? Зибштельт авокадо, мит авокадо, он наш. Ну, что нарисовано? Это вот это дизе гурка. Без вока. Гурка? Да. А вы хотите на все? Mit Avocado. Okay. Kalifornien auch mit Avocado. Ich frage mal. Ja, okay. Ich glaube, es ist wohl. Так это с огурцом, да? Это наше. Это только что упало у официантки. Вопрос. Как она могла так быстро принести то же самое? Это с пола. Да ты с ума сошла, что слушай, вы, блядь, уже в ответ? А да. Как? Ну, блядь, ну ты что, ебанько? Короче, Аня хочет мою порцию съесть. Слушай, они же не снимают. Слушай, они не делают каждую эту роллу отдельно. Они у них заготовлено, стоят они в холодильнике. Настя, ты веришь в это? Это не те. Я не верю. Короче, мне принесли роллы, тут такая ситуация. Это не тебе. А кому это? Это он вам. Тебя с авокадо. Я ж тебе с авокадо. А, это не мои? Сказала, да. Ну тогда тебя забирай. Забираю. Короче, Аня... Аня без еды, отдай. Аня мою еду заправила. Вы, блядь, короче, напутали нахрен? Короче, мне принесли самый первый. А я уже пивко с тобой говорю. Самый первый Настя принесли. Ну, нам в одно время принесли. В одно время. Вот пизду мне. В смысле? Кая, подожди, Кая, скажи, нам в одно время принесли. Вам, да, с Настей в одно время. Но ты только что сказала, мне принесли самый первый.
конфеты. Я не договорила по сравнению с тем, когда заказала Настя. Настя заказала когда позже. Так, все. Не пугайте, весь ресторан сейчас разбежится. Смотрим. Я заказала такой вот сет. Видите, без скандала ничего не бывает. Без скандала нет бокала. А у меня без бокала. Здесь маки просто с лососем. Калифорния с крабовыми палочками. Я думала, кстати, она будет с рыбой, но ладно. Темпура ролл с лососем жижем. Два таких вот эти, как они, суши. Две сушки, короче. С рыбкой красной и рисом. Два с тунцом, два с креветкой. Такой отдельно ролл с красной рыбкой и огурцом. Надеюсь, промолчу. Дальше Настя вам покажет. На, Настя, покажи. У меня ничего. А Кая сидит голодная. Вот, можете сами посмотреть, с палочками сижу, пиво уже теплое почти стало, вот это чуть-чуть осталось, это у меня новый бокал, еще не начинала. Вкусное, да, пиво? Ну, пиво, да, хорошее. У вас одинаково, я сейчас тоже такое хочу взять все-таки. Думала, колу или это. Хочу для вас мукбанг записать, суши. Правильно. Отличная идея. Атмосфера хорошая такая, тут паутина. Паутинка. Хочу. Все уже тащат люди. Не позже нас собрать. Жарковато, да? Уже все на улице. Да почему жарковато? Нормально. Нам до 12 ночи гулять. Я потом буду говорить холод. Да. У меня тебя холодно. Так что, кто не подписан на канал Настя, Аня Лайф. Аня Настя Лайф. Специально вот это. Короче, кто не подписан на канал Аня Настя Лайф, подписывайтесь, ставьте лайки. Хороший канал. Меня научил жрать на камеру. Да, дали совет когда-то такой. Вот эта мадам меня научила. Я говорила, Кая, надо снимать мукбанг. Кая послушала, и так она сделала. Так что. Результат налицо. Я Каю видела только на балконе. На балконе? Нет, я не танцевала. Эфир у нее был. Да. Эфир? Ну вот. Девочка палочки разносит, а роллы не несут ни Марине, ни Кае. Нету, Аня не ест. Ну, только прямо это. А это тема для разговора, для одной дамы. А ты уже мало. Конечно. Чтобы у меня здесь... Не, ну Настя что, вторую девушки, порцию вот закажет. Вот этот, который на 16, нормальный, да, на одного? Да, кстати. А что будет в том, что 39 так, ну? Все мое, неужели это все мое? Атмосфера хорошая. Атмосфера хорошая, ресторан. Покажи вообще. Ну я пока сам уже. Билеты, да, хорошо, конечно. Когда у тебя над душой стоит. Вести еда, как я люблю. В принципе, то знакомство с этими барышнями я была тюрьмовочка. Ой! Результат. Да, танцору всегда что-то мешает. Результат вы видите. На лицо. Подписывайтесь на канал Аня, Настя. Там ничего себе зазывает. Когда выпила два угла. Аня, Настя, Лайф. У них канал на год дольше моего. Опять на год. Не на год, на полгода. Ну, на полгода. А что, через закрытие Олимпиады, что ли? Как? Только что открытие было. Ну, почему было показано? Только что было открытие. Да нет, они могут. Не успели открыться, пришло время закрываться. Надо это. Вы думаете, что это всегда у них? Почему, кстати, многим не понравилось открытие Олимпиады? Как по мне, очень круто. А я вообще не смотрю. Необычно, неординарно. За все года, не знаю. Всем не понравилось, большинству, потому что они сделали картину Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Да. Надо будет посмотреть. А это издевательство над верующими. И на столе главное блюдо это был вот этот фруцик. Я честно не смотрела. Ну, а тогда говоришь, почему? Нет, я увидела фрагмент, как они там, ну, в хорошем все настроении, по реке, и прочитала, что такое впервые за всю историю, что они сделали
не как обычно, а там на этом кораблике или на чем они там были. Ну да, и все, это все, что я знаю. Это все не с какашками. Первый раз слышу, что Марина говорит вообще. В Австралии всю Олимпиаду. Спортсмены спят на картонных кроватях. Многие ушли за свои деньги. Нет, насчет этого это, конечно, вообще нехорошо для верующих. Это. Это я не знала. Потом, например, никаких таких каких-то замечательных вещей на здании суда, там в каждом окошке были Мария Стюарт с отрубленной головой в руках. А, да, кстати. Я это все не видела вообще. То есть, нет, ну, я, конечно, не... Нет, ну, те христиане не верят в это. Я не понимаю, то есть, понимаешь, каждый делает так, как ему нравится. Если они считают это нормально, ну почему бы нет-то? Да. Каждому свое. Да. То есть все посчитали, что они глумятся над верующим. Над верой, да. Но это ненормально. Это ненормально. Ну, вообще ненормально. Но я ж так не смотрела и не читала, просто увидела фрагмент и все. Поэтому, конечно. Поэтому я и не понимала, почему там такой негатив, просто везде, типа, о, шок, контент, ну, все. Конечно. Кошмар, ну тогда, конечно, это не надо. Потому что если там в 2012-м еще какое-то красивое было, сейчас уже все понятно. Все понятно с ним. Атмосфера тут хорошая. Например, можно было бы снять в каких-то там красивых костюмах, да, там, ну, в Версале или что-то, у них полно чего интересного в истории. Зачем нужны эти кровавые головы, ну, какие-то, да. И он был голый, этот синий сюрфик, или ну, как да, он там, он был голый. Ты волосы смотрела, да? Я не смотрела. Инстаграмы везде высвечивались. Я ничего это не смотрела. Рилсы. Мне постоянно это вызывало. Я потом просто почитала комментарии, там было написано. Просто у меня, например, одна бабушка, она прям в восторге от этого. Она смотрела это лайв. По телевизору. Она прям в таком восторге, так красиво. Потому что это тоже говорили конь, который там, типа, не знаю. Ну да, это конь, который это Люцифер. Да. То есть там все смахивало на шабаш. Я вспомнила, я поменяю вашу тему, я вспомнила, это не тот дрон, который должны были принести. Я заказывала с еще что-то там. 244 номер. 224. Может, надо прикрутить? Да. Потому надо что низкого. Мы говорили, все, они слышали, вижу, они знали, это. Как это делать. Ну, Аня, мы еще будем ждать 3 часа. Все у него выяснилось. Хорошо, да, хорошо, блядь, блядь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. А в следующем видео мукбанг, да? А в следующем мукбанг, да. Все, всем спасибо за просмотр. Нет, мы рады были поучаствовать в этом видео. Телефон. Ставьте лайк Кае. И, конечно же, на канале Волчица, да? Телефон. Ну, конечно. Кае, да, на канале Волчица. Все. Ты заказывал Калифорнию? Всем пока-пока. Я заказывала с луком.